Светлана Николаевна вежливо, тактично и доброжелательна. Она всегда найдет подход к каждому получателю услуг. Специалист всегда в поиске новых форм и методов обслуживания. Пойдемте с ней познакомимся. Светлана Крылова трудится в «Жемчужине леса» уже 27 лет. Сначала она пришла на должность библиотекаря. Дружбе с книгами женщина отдала четверть века. Подолгу находясь с источниками знаний, Светлана Николаевна начала составлять программы летнего оздоровительного отдыха. Эта работа так увлекла женщину, что дальше она решила работать методистом центра. Только у наших отдыхающих, как мы их называем, в «Жемчужине леса», черпаю свое и вдохновение. А слова, которые я выкладываю уже на бумагу, я беру, конечно, самообразование, повышение квалификации. Теперь наша героиня разрабатывает социальные практики и проекты для разных категорий получателей социальных услуг. Среди них – возвращение и перезагрузка. Это программа социальной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей в условиях стационара. Они успевают за один день пройти даже процедуры медицинские, попробовать, как у нас их проводят. Психолог с ними беседует и в сенсорной комнате занимается, на интерактивном полу. У нас мастер-классы для них во всех мастерских, для них открыты двери, гончарной, свечеплавление, мыловарение. И они приезжают же они с детьми, и они с таким интересом вместе с своими детьми, отдыхая у нас здесь эти сутки, если заезд выходного дня, они реабилитируются. Оглянувшись назад и оценив свою трудовую деятельность, Светлана Крылова решила принять участие во всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания. Специалист считает важным заинтересовать каждого получателя услуг. Ее авторские программы – пример того, как по принципу маленьких дел можно действительно менять качество жизни людей, которые обращаются за помощью. В социальной работе случайных людей не бывает. Здесь остаются только те, для кого социальная работа – это необходимость души и призвание. Вот для Светланы Николаевны это призвание. Я счастливый человек. Заботу о людях в своей жизни я сочетаю с профессиональной деятельностью в социальной сфере. Я думаю, так и следует жить. Немного для себя и много для людей. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, «Область новостей».